красное Евангелие, красное брат. Мы Евангелие раздаем. Это Евангелие? Да. Будем занятие по изучению Слова Божьего по православной церкви. А воззрение как? Позволяет читать вот такое? Да. Позволяет, да? То у нас есть крупнее шрифт. Там на последней странице мой телефон, наш сайт в интернете. Читайте. Православная церковь. Повеление Господне, заповедь, видимо, поведом. Мы тоже веровали, взяли за жизнь благоугодную и чистую. Ну что, решим на ту сторону? Или здесь пойдем? Это не православный. Да, но перевод такой же. Прямо вы бесплатно раздаете? Да. Бесплатно. Да. Господь говорит, даром, да ну, даром отдавайте. А снимаем, чтобы нам, отсчитать, чтобы нам еще прислали. Что мы их не продаем, а бесплатно раздаем. Мы занятия ведем, по Слову Божию, на визиточке там вот. Вот на этом мой телефон есть. Если интересно, мы даже в интернете занятия ведем. Можно, не выходя из дома, сайт, программа. Вот, продолжи, брат, еще. Так вот я и говорю, ты не думаешь, не знаешь, что там. Да храни вас Бог. Вас тоже спасибо, Стас. Благодарю. Это Евангелие. Зачем ты не снимаешь? Благодарю, вейнах не могу.